чай, самарский чай, самарский чай, самарский чай. Ша. У нас уже есть первые пациенты. Вот, подожди, не, по поводу эроглонаса. Артем нам написал, мой дедушка Валерий Альбертович. Альбертович, дефективный. Да, против глонасс. Он ездит исключительно на мотоблоке, который сделал своими руками. А как же он ездит без девушки? Мне кажется, с девушкой на собственном мотоблоке-то веселее будет. Просто поболтать, как минимум, в дороге на мотоблоке. Да, вот. И у нас есть вопрос от Никиты. Давай начнем с Никиты. Давай. Никита всех нас приветствует и хвалится, я бы по-другому бы это не назвал, что приобрел себе BMW M5. M5, Валилова. Ну, купил ее в кредит. Угу. И Никита очень интересует, является ли это хорошим вложением в наше время. Вложением, естественно, средств. Никита, тут в первую очередь несколько вопросов. Нет, на самом деле, давайте так, фундаментально. Тачка — это всегда фиговая инвестиция. Ну, подожди, не это... Если это не что-то прям эксклюзивно. А это что-то прямо эксклюзивно. Ну, M5, смотря в каком кузове. Вот, вопрос, вы купили новую машину или подержанную? Вопрос, в какой момент времени вы ее купили? Потому что в марте цены были конские. Сейчас я вообще не знаю, сколько может стоить BMW M5. Если это что-то бэушное, заклеенное... золотистой серебристой пленкой и с шестым это мотором радио большим, дышащим наладом. Черт его знает. Никит, хотелось бы больше подробностей. Мы требуем подробностей. Вопрос от Дмитрия. Всем привет. Купил себе Шкоду 1.4 Turbo. Хочу чипануть. Что скажете? Передайте привет моему дедушке Валерию Жмышенко. Дедушке привет. Дедуля, да, нормально внука воспитали, хочет чипануть тачку. Да, у меня есть знакомый, который не так давно купил себе коробку. 1.4 турбо на ДСГ, полноприводный, так, все. Чипанул его. Так. Но на самом деле многие же боголюбы любят чип-тюнинг. И, в принципе, это достаточно просто. Он его чипанул... Ну, то есть как, смотрите, это достаточно просто, не всегда как бы безопасно. Да, то есть так называемый stage one, ну, то есть первый... Просто чип. Первая ступень. Дорогие друзья, вечерний заезд, и мы продолжаем обсуждать автомобили. Автомобили. Наш слушатель, который на мотоблоке, точнее, у которого дедушка Валерий Альбертович на мотоблоке, улетел в канаву и кричит про чип-тюнинг на свой мотоблок 0,3 литра. И вообще слушатель нам сообщает, что сейчас он играет в игру, стримит эту игру на YouTube, и мы участники его стрима. Этот стрим, кстати, я зашел, смотрит сейчас 3000 человек. Ух, то вот это слава, чувак. Ну, наконец-то нас начнут звать на корпоративы. 3000 человек, да. То есть, ну, косвенно мы еще сейчас даже в какой-то игре с тобой участвуем. Да, всем привет. А знаешь, что за игра, кстати? Че? Слушатель... Контра? Да нет, это клевая игра какая-то. Наш слушатель паркует фуру. Это фура DAF. Ага. Ну, игра про дальнобоя, да. И он паркует фуру, приходит, я не смотрю. И как парковочка? Ну, он пока башкой вертит влево-вправо. Что-то плохо паркует, короче. Плохо получается. Так, вот нам написано... Давай, вот, смотри. Сообщение от... Друзья, сообщение. Я спалили. Если у вас что-то... Слушайте, ну а особенно такую тачку, как Нива, и все прекрасно знают. Все знают, что Нива гниет. За 5 лет сгнивает. Здравствуйте, радио Шансон. Передайте, пожалуйста, привет нашему любимому ютуберу Трич ТВ. А потом уже все остальное. Слушай, годное сообщение от Юли. Давай. Здравствуйте, меня зовут Юлия. Хочу поставить мужу Денису Эру Глонасс на машину. Подскажите, как это сделать? Действительно ли это может предотвратить измены? Ух, слушайте, вот с изменами сложно, а тут должны быть другие технологии. Я вам даже могу посоветовать. И голос сверху. Здравствуйте. Что у вас случилось? Здравствуйте. Юля, это не ты записывала для Эроглонас? Нет, ну я могу. Здравствуйте. Похоже. Я явилась к вам, чтобы предотвратить измену. Да. Голос такой из потолка, как ты говоришь, льется. Слушайте, не в порядке рекламы. Я знаю, что есть видеорегистраторы, у которых есть встроенная сим-карта, есть функция управления со смартфона. Хорош топить мужика-то. Ты чего учишь Юлю плохому-то? Ну подожди, ну... Че, ты хочешь ячейку общества спасти? Ну, может быть, да. Ну, я не знаю, я не люблю. Не, ну как люди спрашивают, вы отвечаете. Да, да, да. Мы же профессионалы. Привет, радио Шансон. Пишу по поводу поломки машины. Купил себе тоже BMW M5.
смотрю, такой достаточно популярный народный автомобиль. Массовая тачка, конечно. И у нее сразу же практически поломалась рулевая рейка и лобовое стекло. Лобовое стекло сломалось. После небольшой аварии. Машина на гарантии. Но автодилеры сказали, что из-за ситуации в мире детали не достать. Ну, газ-то дорогой, конечно. Северные потоки. Вот это все. Мне понравилось, как небольшой аварии сразу же сломалась рейка. Забавно, я вот вы дебилы, она сломалась, а 40 тысяч пробег. Он пишет, что неправда про Ниву. 3 года назад купил 7-летнюю машину. Жучки присутствовали, согласен, но не гнилая. И с первых же дней покупки я слежу за состоянием кузова. Это он сейчас рассказывает не сколько нам, сколько... Спасибо большое, 3ЧТВ, за нарезки с этим потлатым толстым старым дурачком. Храни бог твой аккаунт. И чтобы странник был не летал. Езжу все норм. Сука! Из Владимирской области.